вокальный ансамбль «Хрустальные звездочки», дворец культуры «Спартак». Здравствуйте, дорогие учителя! Мы очень рады видеть вас сегодня в этом зале. От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником, Международным днем учителя. Спасибо вам за ваш талант, верность профессии и искреннюю любовь к детям. Желаю вам творческого вдохновения, успеха, крепкого здоровья, добра и благополучия. В октябре по традиции мы также отмечаем День города Хасавюрта. Этот праздник объединяет всех, кто живет в нашем городе. В истории нашего города были такие периоды, когда казалось, что он не сможет возродиться. Но сила духа и любовь горожан к своему городу творили чудеса. И наш город продолжает уверенно развиваться. Учителя, наряду с другими горожанами, вносят большой вклад в просвещение Хасавюрта. Слово для торжественного открытия предоставляется заместителю главы муниципального образования городского округа город Хасавюрт Дадаеву Исмаилу Надырбековичу. Уважаемые участники торжественного собрания, разрешите мне от лица главы муниципального образования город Хасавюрт Акмазова Замирина Бегача зачитать приветственный адрес в адрес работников и ветеранов педагогического труда. Уважаемые работники и ветераны педагогического труда, существуют такие профессиональные праздники, причастность к которым ощущает каждый из нас. Таким праздникам, в первую очередь, мы причисляем и День Учителя. Всю свою жизнь мы с теплотой и благодарностью вспоминаем своих учителей. Своей мудростью и душевной щедростью они помогли нам познать внутренний мир, сделали его богаче, научили строить будущее. Именно учитель закладывает основу мировоззрения многим поколениям, являясь образцом мудрости и справедливости, таланта и образованности, душевности и эрудированности, обаяния и воспитанности. Как бы ни менялись школьные программы, на плечи учителей по-прежнему возложена важнейшая задача – заложить не только основу знаний, но и умение жить в обществе и быть полезным. Развитие образования – одно из важнейших направлений деятельности администрации города. Мы всегда уделяли базовому звену образования школам большое внимание. Последние годы введены в строй новые корпуса школ, спортивные залы, строятся типовые школы в микрорайонах нашего города. Во всех школах укреплена материально-техническая база. Они оснащены техникой и другими средствами обучения. В учебные планы внедрены новые педагогические технологии. В эти дни, когда мы также отмечаем дату 86-летия со дня образования города Хасавюрт, мы обязаны сказать о том, какую огромную лепту внесли работники образования в становление Хасавюрта как города. Под их началом выросли поколения горожан, которые своим кратким трудом и профессиональной деятельностью во имя созидания строили и развивали наш родной город Хасавюрт. Основой педагогической работы учителя – это новаторы, ветераны педагогической деятельности, династии учителей. Много у нас и ветеранов педагогического труда, а также династии учителей, которые дали многим сегодняшним молодым педагогам путевку в трудовую жизнь. В нашем сообществе есть и признанные лидеры. И сегодня мне хочется сказать отдельное спасибо тем педагогам, которые открыты всему новому, тем, кто смело участвует в конкурсах и продвигает педагогические новации. От учителя и его профессиональных и деловых качеств во многом зависит судьба учеников и без привлечения будущее нашего государства. Последние годы сдача ЕГЭ в школах Дагестана обсуждалась по всей России как отрицательное явление. Но отмечу, что из города Хасавюрт не поступало ни одного заявления и жалобы. Успешная сдача экзамена в Хасавюрте была отмечена и руководством республики. В этом заслуга, в первую очередь, руководство управления образования Ибрагима Руслана Ланча
и всего педагогического состава школы. Сегодня хочу также обратиться как к учителям, так и всем горожанам, что важными проблемами для нас стали вопросы противодействия коррупционизму, терроризму, коррупции, молодежной среде, профилактика безнадзорности, правонарушений среди подростков. Энергию молодых людей, их энтузиазм нужно направлять в созидательное русло, приобщать их к спорту, общественной деятельности. Благо, все условия для этого у нас есть. И в этом деле огромная ответственность ложится на плечи наших учителей. Мы не устали повторять, что на учителях лежит огромная социальная ответственность. И это не пустые слова. Уважаемые педагоги, накануне этого замечательного праздника примите искреннюю благодарность за ваш нелегкий труд. Желаю вам здоровья, счастья, благополучия, новых творческих успехов, профессиональной деятельности, уважения ваших коллег, учеников и их родителей. Спасибо за ваш труд, за вашу мудрость и терпение и душевную щедрость. Мира и добра вам! С праздником! Глава городского округа города Совет Зайнетдин Датбекович Акмазов. Исмаил Анатольевич, я хочу попросить вас провести церемонию награждения. Муниципальное образование городской округ город Хасавюрт за значительные успехи в организации и совершенствовании учебного и воспитательного процессов, формирование интеллектуального культурного развития личности, добросовестное образцовое исполнение своих служебных обязанностей, многолетний плодотворный труд и в связи с празднованием Дня Учителя, почетной грамотой награждается Магомедбекова Написат Гетина Магомедовна. Почетной грамотой награждается Алиева Земфира Агабубаевна. Награждается Таубулатова Аида Калсыновна. Награждается Абукова Юлдуз Руслановна. Награждается Умарова Айшат Камзатова, учитель математики МГУ Средняя общеобразовательная школа номер 16. Атаев Арслан Лачиевич, заместитель директора по ИКТ МКУ Средняя общеобразовательная школа номер 15. Награждается Яширова Жалжан Яхьятовна, учитель родного чеченского языка МКУ Средняя общеобразовательная школа номер 17.
Награждается Эдельбаева Аида Абдулакимовна, учитель математики МКО Хасавюртовский многопрофильный лицей. Почетная грамота и награждается Привалова Елена Владимировна, учитель начальных классов ГОУ прогимназии номер 6 Ивушка. Награждается Султанова Зайна Пьякаевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе гимназии номер 3. Почетная грамота и награждается Алхаматова Диана Заурбековна, заместитель директора по воспитательной работе муниципального казенного образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа номер 4. Награждается Гажиалиева Патимат Магомедовна, преподаватель русского языка ГПОГУ Республики Дагестан профессионального педагогического колледжа имени Зайнулабида Батырмурзаева. Награждается Абдурахманова Саида Нурулиисламовна, старший преподаватель филиала в городе Хасавюрт Дагестанского государственного университета. Награждается Алиева Дженет Умалатовна, методист Республики Дагестан, колледж сферы услуг. Награждается Гайдаева Муминат Камиловна, преподаватель математики Аграрно-экономического колледжа. Награждается Абукаева Гурлия Абдурагимовна, учитель биологии и химии из Хасавюртовской средней школы-интернат номер 9. Награждается Лабазанов Хабиб Гамзатович, директор станции юных туристов и краеведов.
Награждается Магомедов Магомедгаджи Абдулаевич, директор с дюшор по боксу. Награждается Черкасская Лидия Алексеевна, преподаватель фортепиано школы искусств. Почетной грамотой награждается Чернышова Наталья Юрьевна, преподаватель фортепиано школы искусств. Награждается Ханларова Заира Муратовна, преподаватель фортепиано школы искусств. Награждается Ясаева Зумруд Юнусовна, преподаватель фортепиано школы искусств. А теперь фотография на память. Спасибо большое, можете проходить на свои места. Всем учителям города Хасавюрта в этот праздничный день хочется выразить слова искренней благодарности за то, что вы посвятили свою жизнь важному и благородному делу. Творческий коллектив Дворца культуры «Спартак» при участии муниципального ансамбля «Эхо гор» и городского центра культуры подготовил для вас интересную концертную программу. Песня о Хасавюрте. Слова Магомеда Атабаева, музыка преподавателя класса фортепиано музыкальной школы, заслуженного работника культуры Республики Дагестан Гасановой Зарифы Калсыновны, исполняет песню «Нариман Авшаков». Молодые, страница я гоняю в судьбе. Родной мой город.
Объезжая горы, ведь победами труси. И наши годы молодые, страница яркая в судьбе. Родом мой город разобьют. И сильнее нас на свете, ты снишь там нелюбимый город. С любовью делаю моей. Нашим соснам и мечта, потом как будешь сниться нашим, таким же милым, как и нам. И наши годы и молодые, страница яркая в судьбе, родной мой город разобьют. И здесь вины для нас на свете, ты спишь со мной, любимый город, с любовью белою моей. И наши годы и молодые, страница яркая в судьбе, родной мой город разобьют. Наримана Шакова, ваши аплодисменты. На сцене муниципальный ансамбль танца «Эхогон», художественный руководитель, заслуженный артист Республики Дагестан Даутбек Гасанов.
ансамбль танца «Эхо Гон». Для вас поет заслуженный артист Республики Дагестан Шамиль Ханакаев. Короля
Спасибо. Спасибо огромное. Шамиль Ханакаев. Дорогие учителя, конечно же, и мне хочется вас поздравить, пожелать вам крепкого здоровья и успехов в вашей нелегкой работе. Всех благ вам. Берегите себя. Поздравляю вас с Днем Учителя. В первую очередь хочется пожелать вам терпения и мудрости, а также семейного счастья и больших творческих удач. На сцене вокальный ансамбль «Хрустальные звездочки» и воспитанники прогимназии «Ивушка». Ваши аплодисменты! Для вас поет Мадина Авторбеева. Oh,
Для проведения церемонии награждений я приглашаю на сцену первого заместителя главы городского округа город Хасавюрт Каргалиева Каргали Магомедовича и начальника управления образования города Хасавюрт Ибрагимова Руслана Мавлановича. Я хочу от души всех поздравить, кто здесь присутствует и кто не присутствует. Все-таки это наш праздник, наверное, один из лучших праздников в году. Мы всегда радуемся, когда нас поздравляют, и, конечно, всегда хотим слышать слова благодарности от наших детей, которые приходят. Хотя мы их ругаем, они все равно нас поздравляют, но это работа такая у нас. В вашем лице хочу поздравить всех жителей города Хасавюрта. Большинство из них тоже педагоги, но они без дипломов. Но тем не менее они воспитывают, обучают своих детей тем традициям, как себя вести и все. И нам это поможет. Поэтому это общий праздник всего города, всех горожан, не только города Хасавюрта, и всей России. И не сказать слова поздравления, не передать я не могу. Значит, слова поздравлений, значит, просили передать министр образования науки Республики Дагестан Шахов Шахабас Курамагомедович, Сагитпаша Дарвишевич, значит, представители нашей коллеги республик, наших соседних, вы их знаете все, это Ингушетия, Республика Осетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Ставропольский край,
И Чеченская Республика, лично министр передавал свои поздравления. И те коллеги, которые с нами дружат, вот бывает на наших олимпиадах, вы их все знаете, с кем мы дружим, все передавали слова поздравления. И, конечно, еще одни к нам присоединились, это Московская школа 1194, который коллектив отправил нам сообщение с поздравлениями, пожеланиями наилучших успехов, мира, добра, процветания, хорошей зарплаты, достойных детей, умных, образованных. Ну, конечно, чтобы нас все всегда любили, уважали, видели в городе, всегда были слова благодарности. С этим я вас хочу поздравить вместе с Каргали Магомедовичем. Я эти слова вам передал. И ну, еще раз с праздником! Министерство образования и науки Республики Дагестан. Почетной грамотой награждается Абукова Лаура Ахмедовна, учитель начальных классов средней школы номер 3. За значительные успехи в организации и совершенствовании учебного и воспитательных процессов, формировании интеллектуального, культурного и нравственного развития личности, большой личный вклад в подготовку учащихся и воспитанников, многолетний плодотворный труд и в связи с Днем Учителя. Награждается Магомедова Саида Абдуламидовна, учитель русского языка и литературы средней школы номер 4. Веселее, веселее, чё-то вы слабо. Зарплату получили, наверное, уже израсходовали, поэтому такие. Давайте повеселее. Награждается Умаханова Зухра Зумаировна, учитель математики гимназии номер 3. Почетной грамотой награждается Хасанова Женет Ахмедовна, учитель истории и обществознания гимназии номер 2 имени Сайтиева. Награждается Магомедова Зинфира Сайдулаевна, заместитель директора прогимназии номер 6, Ивушка. Награждается Лабазанов Хабиб Гамзатович, директор станции юных туристов и краеведов. Награждается Басханова Мадина Тимирсултанова, учитель начальных классов гимназии номер 1 имени Максима Горького. Награждается Умарова Малкиш Балатхановна, учитель русского языка и литературы гимназии номер 1 имени Максима Горького. Эти два учителя, которые проработали в школе столько, сколько мне лет. А сколько мне лет, угадайте. Нагрудным знаком награждается отличник образования Республики Дагестан Мурзаев Залимжан Абдулгамидович. Нагрудным знаком отличник образования Республики Дагестан награждается Шамхалова Белла Магомедовна.
Нагрудным знаком отличника образования Республики Дагестан награждается Гаджимурзаева Зулбужак Ахаевна. Нагрудным знаком отличника образования Республики Дагестан награждается Исмаилова Раисат Магомедовна. Нагрудным знаком отличника образования Республики Дагестан награждается Матаева Жанатхан Жунайту Жуйнат Жунайдовна, прошу прощения. Нагрудным знаком отличника образования Республики Дагестан награждается Алибекова Суфияхан Данияловна. Нагрудным знаком отличника образования Республики Дагестан награждается Джанбурзаева Анжела Джанбурзаевна. Пожалуйста, общую фотографию на память. Мы рады, что в нашей концертной программе принимают непосредственное участие учителя. Несмотря на свою занятость, они находят время для творчества. Давайте поддержим аплодисментами вокальный ансамбль гимназии имени Максима Горького. Thank you.
голубой. Небо синий, птицы, лету за тобой. За тобой, как за синей птицей. Ищу я, ищу я мечту мою, лишь одна мне нужна. Ты ветер знаешь все, ты скажешь ей, она, она. Там, где всегда мороз, трутся спиной медведи о земную ось. Мимо плывут столетия, спят под льдом моря. Трутся об ось медведи, вертится земля. Yes, I see.
совсем не о том, как не ладили люди с котом. Говорят, не повезет, если черненько дорогу перейдет, а пока наоборот, только черному коту и не несет. Не привез ни букет из красных роз, ни тюльпаны и ни лилии. Протянул мне робко ты эти скромные цветы, но они такие милые. Ландыши, ландыши, светлого мая привет. Ландыши, ландыши, белый букет. Солнечного света, у киоска ты стоишь, висят обложками журналы, на них с восторгом смотришь ты. Ты в журналах увидала королеву красоты. С тобою связан навеки я, ты жизнь и счастье, любовь моя. Для вас поет Бахтияр Нагиев. Добрый день, дорогие друзья. Я от чистого сердца хочу поздравить вас с этим светлым праздником, так как я тоже являюсь по специальности педагогом. Мне вдвойне приятно сегодня для вас спеть песню о нелегкой семейной жизни артиста. Необходимая.
Нагиев. И вновь на сцене муниципальный ансамбль танца «Эхо гор». Художественный руководитель, заслуженный артист Республики Дагестан Даутбек Гасанов.
танцевальный ансамбль «Танца Эхо Го». Сегодня в зале находятся ветераны педагогического труда. На протяжении многих лет для своих учеников и для молодых коллег вы были примером высокого и честного служения своему делу. Для вас песню «Спасибо, учитель» исполнит вокальный ансамбль «Хрустальные звездочки». В Дворце культуры «Спартак» проводится большая работа по реализации творческих способностей детей нашего города. Работают детские вокальные, хореографические и художественные студии. С вашим профессиональным праздником вас поздравят воспитанники студии ораторского мастерства. Давайте встретим их аплодисментами. Благодарность и признательность от родителей. В день учителя разрешите поздравить вас и пожелать крепчайшего здоровья, бодрости души и красивого тела. Любви и понимания в ваших семьях, здоровья, счастья и мира. С праздником!
На сцене ансамбль даулистов муниципального ансамбля танца «Эхо Гор». Ансамбль даулистов муниципального ансамбля танца «Эхо Гор». Для вас поет Наиля Балаева. Hayal olarken sen yanıma, seni sen.
все шаты ломали. Эх-ка-ка-ха, а я на тайо, в этой местечко шмабеля. Я вам на раю, мэх-ка-ка-ха, главные очки не для билля. Мэх-ка-ка-ха, а я на тайо, в этой местечко шмабеля. Я вам на раю, мэх-ка-ка-ха, главные очки не для билля. Наиля Валаева. Давайте встретим аплодисментами дуэт «Адам». We'll be right back.
Спасибо! На сцене детско-юношеский ансамбль танца «Хасавью». Художественный руководитель, заслуженный артист Республики Дагестан Залихан Гамзатов. Ваши аплодисменты!
детско-юношеский ансамбль танца «Хасавью». Дорогие учителя, спасибо вам за труд и заботу о наших детях. Пусть никогда не иссякнет доброта и мудрость в учительском сердце. Не погаснет огонь искренней преданности своему делу. Желаем вам душевного равновесия, терпения и оптимизма, успехов в вашем нелегком, но таком важном труде и новых побед на педагогическом поприще. Только радостный глаз, если есть мир, то он рядом сейчас. Улыбнитесь ему, я пока вам спою эту самую лучшую песню. Много раз мы проходили ночи до дня, чтоб поистине свыше была награда. И скажи мне ее, я люблю, мне она интересна. Учиться и учить, и не утра уже видится, и колокольчиком небе звенит оно. Вы охраняете ключи, а с этой дверей планеты детства, и я еще не раз приду. Еще раз с праздником, дорогие учителя! До новых встреч!